Лем де Стар, с вами ваша Сара Крис. Как бы вы знаете, что я реакции в один день все снимаю, а потом просто выкладываю их месяцами. В общем, сейчас реакция на Зирузу. SOS. SOS. На самом деле, зная Зирузу, у меня нравились абсолютно все клипы, потому что она в разных образах и всегда что-то новенькое. Поэтому на этот раз, я думаю, я тоже не разочаруюсь, и Зируза покажет свой класс. Будем смотреть вместе. Раз, два, три, и поехали. Вау, вау, вау. У нее есть права? Что-то такое в роли онлайн-игр, да? Немножечко смахивающее. О май гад. Девочка, что ты творишь? Офигеть! Ай, это серьезно, вот. Это мне нравится движение. Но в некоторых местах как будто вообще вот я смотрю на нее, и она как вообще не она, как будто совсем другой человек передо мной. Вот этот сейчас бит его везде вставляет, но он так заходит. Где я только бы не слышала, но он реально заходит. Сколько бы я не слушала. Мне кажется, ли она немножечко набрала вес? Она сейчас такая кукленькая, прям милашечка такая. Вау, вот это вообще идея, слушайте, классная. Как так они делают то, что хочу? Научите меня так монтаж делать. Девочка может, что я могу сказать? Девочка на самом деле может. Причем она уже не девочка давно, но девушка уже. Реально может. Вот. Королева, вот как она была в короне, я прям согласна. Вот. Соло, певица, кью-поп в королеве. Вот она просто королева в кью-поп, серьезно. Ну, потому что кью-поп. Вечно путаю, думаю, не так говорю. В общем, вы смотрите, до этого я снимала реакцию, она мне на канале... Через одно-два видео вроде бы, да? Там она с мальчиком, да, вот с этим, который брат из Найтимон. Короче, там такой был милый клип, милашность такая, типа любовная история. И просто бум! Из Юруза такая выстрелила. Я такая, что происходит? Это вообще она... Ну, человек полностью изменился. Абсолютно полностью. Я смотрю на нее, голос ее, а это не она вообще. Передо мной не она стоит. Я пыталась сейчас просто сопоставить,
Потому что я как бы сижу за ней уже практически давно, я сопоставляю, я понимаю, что человек вырос в стиле во всем. Однозначно она смогла, то есть ей там все говорили, вот ты девушка была, у тебя нифига не получится, ее все всячески гнобили, она никому не нравилась, смотрите, то есть девочки реально есть талант, она это каждый раз показывает. Поэтому я очень рада за нее, серьезно, я, блин, вот. Иногда я хочу танцевать, вот серьезно, то есть, ну как в смысле танцевать? Приехать куда-нибудь и сказать, возьмите меня в подтанцовку. Ну я же умею двигаться. Ну я выучу движение. Ну пожалуйста. Я не хочу петь, я не хочу быть главной какой-нибудь солисткой. Я хочу просто быть на подтанцовке. Ну это классно на самом деле. Здесь то же самое. То есть я видела многое. Были и казашки, да, как бы, ну, на подтанцовке были. Также девочки, похожие, ну, как бы, на больше на внешность русская, скажем так. Вот. Поэтому, в принципе, как бы, Зируза старается. Зируза, на самом деле, она очень сильно поднялась по сравнению с тем, какая она была маленькая девочка, выпускала эти такие клипы, которые, думаю, а сейчас она поет, что не надо девочек обижать, как бы, в принципе, да? Мы за себя ответить можем, все-таки девочки. Нет, ну, серьезно, то есть у нее изменилось абсолютно все. Во-первых, внешность. Не знаю, что она себе, возможно, сделала, или она просто набрала. У нее изменилось лицо, в хорошую сторону, имею в виду, да? У нее изменился стиль, у нее изменился стиль пения, она его вообще на рэп полностью поменяла. У нее изменился вообще, в принципе, какие-то, знаете, даже характер. Вот я на нее смотрю сейчас, она совсем кажется другой. Она стала взрослее. Она стала выпускать более такую обдуманную уже музыку, которая, ну, сейчас на самом деле всем зайдет и заходит. Поэтому я очень даже рада таким изменениям, когда некоторые меняются. Я думаю, господи, лучше бы ты вообще ничего не делал с собой. А тут она реально видно, что она над собой поработала в плане вообще всего. Она и навыки свои подтянула, она и в танцах стала сейчас получше. То есть она делает, она может, она не останавливается на достигнутом, поэтому это очень хорошо. Надеюсь, в следующем, как бы, ну, посмотрите, мы сейчас увидели ее образ, опять-таки, этой дерзкой девочки. Надеюсь, в следующий раз она этого одного образа не будет, только одеть, ну, придерживать этот образ один, и надеюсь, она выпустит что-то уже совсем другое, потому что если она будет в однотипном концепте каждый раз что-то выпускать, это надоест. Ее перестанут слушать, перестанут смотреть. Потому что, ну, заедает, надоедает, заедают песни. Поэтому надо менять немножечко концепты, чтобы они вписывали стандарты сейчас общества, потому что каждый день эти стандарты, грубо говоря, не стандарты даже, так сказать, они меняются. Чтобы именно в музыке вписываться, немножечко надо все-таки плавать, как рыбки. Поэтому моя оценка, опять-таки, 10 из 10. Вообще, зачем я оцениваю, я не знаю. Но, в принципе, мне все понравилось. И я как бы даже очень даже рада, что я посмотрела, потому что песня однозначно пойдет в плейлист. Вот, серьезно. Я ее добавляю и буду просто танцевать сама. Если что, тоже добавлять, если мне добавили. Хорошая идея, кстати. Буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите, остаетесь со мной, поддерживаете, пишите комментарии. Всех вас очень сильно люблю. Сао.